Пёсунг. Заказал по Алиэкспресс. Стоило где-то 15-18 евро. Бесплатно. Доставка бесплатная. Литву. Генератор тут от себя, чтобы его проверить. Даю 12 вольт. Можно подавать от 8 до 12 вольт. Мерит он до 100 кГц, по сути. Я как-то прочитал, что он до 20 МГц или что-то, я спутался, и поэтому думал, что он до 20 МГц. Вот такие инструкции. Мерит. Ну, написано до 200, но на самом деле на 200 я смотрел, у других там уже глючит. Вот такие инструкции. Если бы я знал, что он мерит, да, до 100 МГц, ой, килогерц, я бы его, наверное, не покупал. Потому что 100 МГц, то есть килогерц, пользы с ним мало. Мне как раз нужно высокую частоту мерить, а низкую я могу и с мультиметром померить. С этим. Потом его можно заизолировать лентой, чтобы он тут никакая пыль не попала, какой-то целлофан обложить и заизолировать прозрачной изолентой. Тут пишут, что если будет больше, чем 12 вольт, он начнет греться, если питание, даже что-то теплое. У меня не сразу запустился, тут у меня паяльник толстоватый. Тут сперва, наверное, что-то накосячил. Вот эти и тот разъем, который в экран идет. Тут он мерит напряжение до 40 или до 50 вольт. Нужно делитель какой-то придумать. Если зацепить вот тут где-то, должно 50 Гц на лодку.
можно подключить. Как я понял, сделать фотографию, потом возьму ее в компьютер и перенести. Это я не понял, для чего тут там на питание подключить или что, или батарейку. Может, аккумулятор или что? Тут еще дополнительно можно вот такой подключить. Зачем я нужен? Там опционально, это было не обязательно. Пятьдесят герц лезет. Опять берусь. Опять. Что он частоту не показывал? Смотрел, у других показывал частоту. Слышал, что надо поддержать, и он тогда что-то там переключается. Я что-то не понял. Слава тебе, 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 слава тебе
случайно, случайно. Граунд, может, у меня не работает, может, я там не подпаял, потому что там все так кривовато подпаял. Вот эта ножка, возможно, не подпаяна. Десять герц вот показывает частоту наводку. Пятьдесят процентов ускорожность. Ну что, трансформатор Тесла с ним частоту все равно измерить не могу. Только пуш-пула частоту. Yeah.
1385. Это на сигналочку. Ты что? Как бы почти на затворе. Какой-то показывает 16 кГц. Кто-то из них не прав. 44% сказали. Что-то 44 поменьше. Вот так приблизили, пока не 15 сантиметров. На рекламе 3 метра. Сколько? 7 нанофарад. Потом резонанс шел. Семнадцать двадцать два.
конденсат даже взорвался. Там 17, 2,